больше 241 израильтян и иностранцев находятся сейчас в Газе. Среди них больше 30 детей, кому еще не исполнилось 18 лет. Больше 10 детей, кому не исполнилось 5 лет. Они взяли 9-месячного ребенка. Они взяли 2-3-летних детей. Кто вообще такое может себе представить? Больше 5400 израильтян ранены. 1400 погибших. Некоторые из них семья еще даже не знает, потому что еще тело и остатки не обозрены. Израиль проснулся на другой день. Но более того, мир проснулся на другой день, этого 7 октября. Хамас и палестинский исламский джиад не продолжит ни в Газе и ни вообще. Цель операции одна – уничтожение Хамас, вторая – вернуть всех, кого схватили, всех заложников, вернуть домой либо в Израиль, если они израильтяне, либо в их страны.